Так, здравствуйте, дорогие мои друзья. Ну вот сегодня мы проводим отливку свинцом. Видите, свинец уже начал плавиться, и это хорошо. Свинец заговоренный, обязательно надо все заговаривать. Свинец этот пролежал на фотографии человека, которого мы должны... Ну, у него множество проблем, я уже отливал его воском, но вот сейчас первый раз отливаю его свинцом. Видите, расходится. Сейчас он расплавится. Свинец должен быть заговоренный. Вода должна, куда вы выливаете этот свинец, должна быть заговорена. Должен гореть огонь на вашем столе, обязательно живой огонь. Ну вот здесь видите, немножко сейчас проблемы с открытым огнем, поэтому газовая плитка — это не самое лучшее. Но у меня горит свеча на нашем ритуальном столике. Все это заговорено, и мы начинаем с вами. Вот хорошо, у меня есть помощник, который... И начинаем снимать. Фотография лежит, особым образом лежит под емкостью с водой в специальной чаше. И мы начинаем, как говорится, заговаривать еще свинец. Пусть он соберет весь негатив из будущего, из прошлого, из настоящего, здесь и сейчас. Соберет все подключки, все демонические подключения, крадники, избавит от алкоголя, от гнева, от крадников, от родственного колдовства. Случай у нас очень сложный, друзья мои, поэтому, возможно, отливать будем. Это общая отливка по так сказать, общей, так сказать, энергетическому телу. Пусть ветер, огонь, земля, вода, батюшка-свинец, собери весь негатив, избавь человека, про себя повторяю имя этого человека. Итак, друзья мои, собираем из прошлых воплощений, из будущих воплощений, здесь и сейчас, из настоящего времени. Все, видите, свинец начал приобретать хорошую форму. Итак, мы выплескиваем его в чашу. Обязательно на столе должен гореть огонь, хотя бы небольшой огонек. Потому что если он потухнет во время колдовства, это плохой знак. Но сейчас он не потух. Это хорошо. Это значит, наше колдовство, наше снятие может удастся. Итак, друзья мои, мы достаем. Видите, разделилось. Здесь присутствуют еще, видите, мелкие частицы. Они тоже означают. Видите, какой длинненький. Тоже, видите, пытался сбежать. Все эти подключения, лярвы, подключки, все эти мелкие части мы собираем. Потом их надо особым образом утилизировать. Видите, сколько много мелких. Но самое большое вижу, да. Много мелких. И крадники. Подключения. Смотрим, друзья мои. Вот, ага, видно, прямо мордочка видна. Разделилось, вот большой и малый кусок. Здесь на этом человеке присутствовало очень много колдовства родственного. Родственники по линии отца колдовали, по линии матери. Жена, теща, да, то есть этот человек, и его прямо буквально начало разносить, да, то есть ни с гневом, ни с пьянством он справиться не мог. О, видите, какой вот этот прямо кусок огромный вышел. Вот эти мелкие лярвочки, подключения, крадники, все вот это имеет значение, друзья мои. Прямо, видите, ну, это общая отливка. Так. Вижу гнев, вижу ревность, попытка контроля на огромное количество вот этих вот, тоже вот прямо, видите,
мордочки бесов вырисовываются здесь. Видите, картина как будто, знаете, из фильма «Чужой». Да, вот такой вот прямо... Если отливать человека несколько раз, все это начнет уменьшаться. Сейчас, конечно, выдернулся большой негатив. Этот человек сказал приступами, ну, пьянства. От пьянства это тоже помогает. Но, друзья мои, если человек сам не будет работать над собой, то, естественно, это, ну, как бы может вернуться. Поэтому вот так выдернув очень сильно, на самом деле, в общем-то, это без желания человека, это по желанию его матери. Он сам как бы не чувствует проблемы, как часто и бывает. Поэтому мы с вами сейчас... Я еще отдельно поработаю с изображением, с фотографией этого человека, с его фантомом. Наполню его энергией, чтобы вот эти как бы шрамы, вмятины, откуда выдернулось вот это, тут я вижу и сердце, и с головы. Ну, конечно, мочеполовая сфера тоже, друзья мои, прямо вся окутана, да, то есть вот для этого человека будет большой проблемой семейная жизнь, отношения с детьми, отношения с родственниками, то есть на самом деле это, ну, все вело к гибели, и отливка свинцом это очень мощный инструмент, конечно, нужно работать в комплексе, то есть вот сейчас выдернув, надо еще поработать с этим фантомом человека, чтобы заполнить чистой энергией, энергией земли и неба его пространство. Вот, драгоценные мои, произошла у нас отливка. Сейчас я буду производить еще несколько отливок, так сказать, для людей, но уже которые сами хотят этого, работа с фотографией. Отливать, конечно, можно и ну, человека вживую, когда он приходит, делаете определенные ритуалы и отливаете его. Имеет значение все, где стоят фотографии, да, вот, как ее расположить по сторонам света. Как расположить, чтобы был огонь. Видите, огонь у нас с вами не погас. Это хороший знак. Это очень хороший знак. Значит, наш с вами обряд удался достаточно хорошо. Все, драгоценные мои. Вот так вот несколько первый опыт. Ну, буду вам еще показывать. Да, надо больше, конечно, разъяснять вот эти состав. Вот, что означает вот эти вот все... всплески свинца, все вот эти вот, вот видите, на близком расстоянии не очень, а вот так выглядит прямо как действительно из фильма «Чужой». Но запомните, конечно, нужно заговаривать и свинец, и воду, потом правильно это утилизировать и работать еще с собой, потому что, ну, вот этот негатив вы можете, брав в руки, перевнять на себя. Это опасно, знаете, то есть не пили, и вдруг начнете поддавать и гневаться, или еще там распутничать, не дай бог. Так что, друзья мои, осторожно, мы еще с вами будем эти некие обряды проводить, и там уже более подробно говорить о всех этих тонкостях, как и что. Сейчас, друзья мои, это несколько первый опыт, если вам это понравилось, мы будем, потому что, конечно, этот процесс... Лучше не снимать, это отвлекает, нужно настраиваться, но в каких-то случаях можно и проводить это несколько публично. Но главное не показывать фотографию человека и не называть его имени, то есть называйте его про себя. Все, драгоценные мои, пока, счастливо.